Друзья, всем доброго дня. Итак, сегодня 6 января, воскресенье. Начинаем мы традиционно с капучино. Смотрим, что у нас сегодня. Есть ли какой-нибудь выигрыш? Итак, у нас один промокод на один месяц безлимитной подписки. О, ребят, будем смотреть с вами кино. Вот с такого капучино у нас начинается день. Сейчас едем в поселок чистить снег. Техника не справляется, намело очень много. В кольце жду главу. Будем решать, что дальше делать, потому что у нас К-700 уехал в Калмаш чистить дороги, а грейдер один остался. Они вдвоем быстро справлялись, а снега очень много намело. Вот такой грейдер работает. Сейчас мы вот Возьмушкина. Да, вас ожидает завтра. Здесь еще такая проблема, то что вот так вот машины оставляют, к примеру, вот прям чуть ли не посередине дороги, и грейдер не может прочистить, а потом люди жалуются, вот почему там типа у нас не почистили. Ну как так, ребят, вот сами же вот машины оставляете вот так вот, да, и потом жалуетесь. Здесь еще, видите, трубы везде, больно ты не развернешься и дорогу не расширишь, как у нас. У нас вот этих газовых труб нету. Можно, в принципе, есть где развернуться, где чистить. Машину вот поставили. Вот как вот чистить? Вот смотрите, вот что за вот? Как должен здесь трактор прочистить? Ладно, лопаты уберет. Что? А вот бывает вообще посередине чуть ли дороги там оставят, грейдер не может проехать. Вот как вот на той улице. Ничего не поделаешь. Но у нас еще, в принципе, не так сильно заставлено, как здесь. Ну, как чистенько. Ликуете, возрадуетесь. Дорога чистая. Правда, Возьмушкина. Ну, сейчас до Подсолнухов тоже доберемся завтра. Время 5. Он до сих пор еще чистит. Возьмушкина сейчас поедет вот по этой улице. Скорее всего, может даже заправиться с утра, скорее всего. Потом уже к нам поедет в Подсолнухи. Вообще намело сильно. Мы готовим тесто для нашего печенья. Оксана сейчас взбивает масло с сахаром, с медом и с яйцами. Мы должны вот так взбить тесто, потом добавим муку со специями и будем замешивать тесто. Вот у нас получается вот такое тесто. Там не прячься, короче, это по-любому попадешь в кадр. Да, получился у нас такой колобок. Ой, цвет вот такой клевый, да, и запах вообще обалденный. Все, теперь мы его убираем в холодильник на 2 часа. Кстати, время засеките. У нас девичник в самом разгаре. Делаем всякие штуки. Надо, да? Снимаем, чтобы всех видно было. Или салатик делает. Эльмира! У нас получается вот такой зимок. Сейчас мы его активируем. Я же не хочу всех видеть. Группу приглашайте на скиле. Да. Вообще прям такие скоро профессионалы. Вот зря Ваня-то не пришла, да? Нас бы научила хоть что-нибудь. Поправить надо. Но. Карточки дали. Ну, здесь, конечно, не хватает ни игрушки, да? Вот же тебе дали. А вот эти игрушки можно использовать? Да, да. Нужно поклейки? Почему? Поддерживайте, говорит. У нас полным ходом идет, вернее, уже заканчиваем, даже вот такой вот суперский веночек
под рождественскую тему. Что у нас еще получилось? У нас получился венок для входной группы. Вот такой. Блин, не могу я так сделать. У нас получился рождественский букет на стол. И мы еще украсили корзину для фруктов тоже такими веточками. Получается довольно-таки миленько. Сейчас мы будем оформлять все это дело на стол и обязательно вам покажем. Мы начали раскатывать тесто для печенья. Главный повар. Трам-тан-тан. Трам-тан-тан-тан-тан. Конечно, все. Да. Это должен был быть медведь. Вот, вырезали печеньки. Теперь делаем дырочки для того, чтобы повесить потом на елку. Наша первая партия отправляется в духовку. Вот так выглядят венки на входных группах. По-моему, очень симпатично. Я не знаю, когда он приедет. Мы начали делать глазурь. Вон ножницы. Результат крошения наших первых пряничков. Можете вот так руками пошевелить. Да. Класс. Все, свободно.